2018. Отличная площадка для знакомства, общения с новыми людьми. Мы открываем новые горизонты для нашей компании. Очень пригодились семинары, на которых я лично участвовала, лекции наших партнеров, возможно, будущих стратегических партнеров. Это позволит нам открыть новые горизонты для нашей организации и какие-то долгосрочные перспективы для роста и общения. ИТПРО отличается от других конференций тем, что темы здесь всегда актуальны, современные, подготовлены профессионально, спикеры в теме, и ожидание времени развития сферы детского отдыха и оздоровления соответствует выступлениям заявленной тематики. Данная конференция призвана стать образовательной и дискуссионной площадкой, площадкой, на которой представители сферы туризма могут поделиться опытом в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Мне очень симпатично то, что конференция последовательно обсуждает вопросы, связанные с организацией детского отдыха, в самых разных аспектах. Меня, конечно, как ученого, как исследователя, который находится в этом проблемном поле, очень привлекает глубина осмысления самой сферы детского отдыха и то, что это делают люди, которые еще и практически организуют разные формы детского отдыха. Это наиболее ценное впечатление от конференции. И я просто надеюсь, что мы будем иметь возможность осмысливать все то, что здесь сегодня происходит, еще долгое время, поскольку сами вопросы, которые ставятся участниками конференции, уровень, на котором есть желание это обсуждать, это очень привлекательно. Стал вопрос в том, что если это индустрия, то должна быть платформа индустриальная, где все могут там обменяться мнениями. И наша роль, как с одной стороны туроператора, который зарабатывает деньги, с другой стороны оказывает госуслугу как государственную, позволила нам на одной площадке, тогда 4 года назад, собрать людей, которые до этого вообще вместе никогда не собирались. I love Moscow, I love Russia, and in KidPRO here, there are just so many good friends, people that I have met for the first time, but also many old friends who have come together, again, for camping, and it's wonderful.